Итак, джемпера мужские супер крем Швейцария. А, тонкие джемпера, где-то есть шерсть, где-то нет шерсти. Итак, первое это Элька. Состояние у них крем, то есть отличное. Эль. Пола. М. Есть жилетка, здесь есть шерсть. Бависта, 48 размер. Зарамен. Эль. Сислей. Вываренный джемперок. ХБшный С. Хьюго Босс. Я думаю, что размер... у Хьюго Босса Элька. Не указан размер. Винитон. М. Два XL. XL жилет. Элька. Зарамен. 42 размер. Эска. С красивыми лампасами по бокам и на плечах. Веск. С. Мила Веде, Made in Italy, L. Это L. Modison, L. Timberland, настоящий Timberland, M. Саш. С. Хамбри. 48 размер. Два XL. Джек Джонс. М. Made in Italy написано. L. На замке кофта. Здесь нет опознавательных знаков. Размер М. Джек Джонс. Кофта. М. Вингл. L. 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 H&M. Удлиненный джемпер. S. L. Джек Джонс. Модисон. Элька. Селектик. Элька. Классные джемпера. Вот они на ощупь такие прям вот. Мне такое ощущение, что самые простые здесь это H&M. Вот, например, H&M. S. ХБ. Эсприт. Так, эсприт размер получается. Размер здесь не указан, но вообще это L. Вот какой-то японский Такуна Шима.
Но это синтетика. Zara Man S. Селектик. Тонкий-тонкий. Как тонковка выглядит. L. Lacoste. M. Тоже тонкий джемпер. И последний джемперок. Это Fuel 2XL. Это были джемпера мужские. Супер крем Швейцария. Спасибо.